комиссии Курсии. Меня зовут Алиса, я ЛСП локального комитета Тюмени, и сегодня я бы хотела с вами поговорить о том, почему ЛСП важно быть гибким. Когда я вступала в свой срок, мы с моим советом, конечно же, напланировали кучу всего. У нас были самые амбициозные планы и цели, мы хотели сделать самые крутые мероприятия для того, чтобы именно наш срок был самым запоминающим в истории нашего локального комитета. Но, как мы знаем, случился коронавирус, именно тогда я поняла, почему ЛСП важно быть гибким. Ведь именно тогда я решила, что нужно уметь подстраиваться под любую ситуацию, начать делать какие-то новые инициативы, проекты. В общем, делать все, что ты не делал никогда. Это и значит быть гибким, уметь подстраиваться под ситуации, искать любые выходы и решения из сложных моментов. И сейчас я понимаю, что, наверное, это самое главное качество, которым должно обладать следующее поколение. Ведь если ты гибкий, то и твой локальный комитет сможет подстроиться под любые обстоятельства, ты можешь научить свой совет видеть новые решения, видеть новые идеи и уметь их имплементировать. Поэтому подавайтесь на самую лучшую позицию, ведь именно ЛСП может помочь локальному комитету стать самым гибким и самым классным в своем сроке.